что, развели цемент? Я еще плохо развела. Цемент и вода. Без всякого песка. Старое ведро. Старая простынь махровая. Разрезала ее на квадраты. И замачиваем в этом цементе. Мало воды налила. Цементу много, а воды мало. Надо, чтобы жидкое было, прям жидкое-жидкое. Развожу я всегда все на глаз, поэтому бывают накладки такие. Ничего в этой работе сложного нет. Нужно только терпение. Если вам не страшно возиться в этой грязище. Ладно, мы начинаем. Так. Тряпка у нас намокла. Как это будет? Нормально. Так, теперь наша задача сделать такие, даже не знаю, как сказать-то. Ну, как вот я делала кашпо, как цветок. Вот у меня он там стоит, не знаю, наверное, не видно. Берем проволочку тоненькую. Прокалываем на кончике. Да, ну, ага. Вот. Так. Цепляем. Кладем туда. Да любые бутылки, какие у вас есть. Так, теперь это же нужно сделать с другой стороны. Поэтому сейчас я пущу. Я уже делала несколько кашпо такого типа. Просто они отличаются друг от друга, конечно. Так. Ой. Так, мы их не будем до конца. Мы их вот так вот. Вот так. Вот эти вот посерединке, чтобы они так не болтались, я их булавочками заколю. Вот так вот. Вот так. Ну что, пусть сохнет, а мы тем временем приступаем ко второму виду.
Ну и все опять, как и было. Ну, а дальше мы, собственно говоря, начинается самая нудная работа для меня. Это вот это цементом промазывать. Работа нудная, долгая. Жидкий у меня цемент остался. Вот на одно такое изделие уходит неделю, а то и больше. Пока это все высохнет, пока это промажешь сколько раз со всех сторон, снаружи, снутри. Ну что, мои дорогие? Высохла. Проволочку обрежем. Больше не нужна. В втором ведре я тоже обрезала проволоку. Так. Бутылки вытаскиваем. Берем второе ведро, да? Тоже его замочим сейчас немножко. Так. Так. И вот так вот. Так. Так. Намочила вот тряпочку в цементе. Ой, она еще не намокла вся. Сейчас ее еще вот. Брызгаю тоже тут.
Место я неудобное выбрала. Не подойти. Так. Так. Держись сейчас. Так. Ну и все, и собственно вот самое началось. Самая такая работа. Надо промазывать несколько раз и снутри, и снаружи все вот эти складочки. Что делать? Так она будет не крепкая. Замачиваем кусочки тряпочек. Я специально так рано делаю, хоть нет такого шума от машин. То сейчас начнут. Дорога рядом, прям за калиткой. Сейчас я еще две доделаю. Вот. И потом буду просто вот на самом деле тупо мажешь и мажешь. Мажешь, мажешь. Высохнет, опять мажешь. Не станет твердая. Ну вот, половину я промазала, ну скажем так, верхнюю часть. Вот, сейчас подсохнет, подсохнет, переверну кверх ногами, так удобнее, и буду дальше промазывать. Ну что, мои дорогие, неделя работы. Сейчас будем красить. Правда, такой ветер на улице, что спряталась я тут за заборчиком. Не знаю, получится у меня.
Ну что, чувство глубокого удовлетворения. Теперь осталось что-то посадить туда. Надеюсь, моя работа поможет вам начать творить. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, кому понравилось. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе. Пока-пока, мои дорогие. Always alone when the tide is